Лично Рэди, поехали. Так, смотрим. Фойт Дайсе. Цеф у нас в дефе. Роза у нас в атаке. Набор по отрядам. Что у нас? Берут розы, берут восточных мечей. Много фаланги. Есть синие кони. Восточная гвардейская коробка. Мадао, Шинжи. Шинжи где-то предполагается закидываться. У ребят много продвиг. Много Мадао. Шинжишки, гусары. Синих коней. Целые стаи просто. Яйца присутствуют и много серых отрядов. Интересно, зачем им столько серых отрядов, куда они их собираются девать? Где они их будут, так скажем, использовать? Напоминаю, пушки тут запрещены, и запрещено еще одно место к использованию. Будем за этим смотреть внимательно. Фальконеты у нас с богатурами, как понимаю, запрещены, поэтому набрали там коней. Пока стреляют стандартные осадки, 110-е пики, мечники восточные забегают в сторону. Будут ли розы залазить куда-то, пытаться пробивать, или будут через нижнюю заходить через таран? Сейчас узнаем, увидим. Напомню, после последнего обновления лестницы, если ты залазишь, с них скатываться нельзя. То есть F ты нажать уже не можешь, и скорее всего будешь разбиваться при этом. Пытаются залазить розу потихоньку. Ломают стандартные пушки. Мушкеты тут просто в три мушкета, коротыш, делают дело, не зря подобранный пик. Не просто так. Бегут просто слева направо. Их не РДД и отстреливают все осадки. Вот осталась последняя пушка. Они приближаются, кидают, конечно, ульты, шипы, не жалеют ничего. Также ставятся лестницы, стараются залазить. Но вот мы видим, он не сможет залезть. Это вот дорога в один путь. Ему приходится, видите, ползти обратно. Он не может F-ку нажать, чтобы скатиться. Надеюсь, игроки об этом знают, потому что после последней обновы такое вот нам видели нововведение. Башня тем временем левая подкатывается, правая тоже уже недалеко. Центральная происходит вылет, первый вылет. Хав, как понимаю, вылетел или умер. Вылетел или умер. А, умер. Казалось. Но если треть команды вылетит трупом, он вылетел. Если треть команды где-то вылетит, то, возможно, будем спросим о том, будет ли переигровка. Нет, но у него пока есть возможность зайти. Смертями не ограничено, поэтому все должно быть вполне себе комфортно. Башни подъезжают, сейф отходят, будут отбиваться. Даже оставили центральную стену, розы спокойно зашли. Кстати, заходят они шинжишками, восточная коробка, огнеметы. Дефом сейчас выстраиваются также шинжи, много продвиги, мадау и фаланги. Будут дефать, как понимаю, плюс тоже свободно отдают. От этого плюса будут отыгрываться шинжишками. Внизу здесь у нас собраны пачка мадау, продвига, фаланги забегают, будут вон там контриться. Помню, здесь запрещено находиться на одном из участочков. Будем чекать этот балкончик почаще. Тем временем у нас розы заходят на точку С, перетягиваются и плюс захватили. На точке С у нас тут под лестницей восточные мечники и гвардейцы плюс продвига.
Мадао в центре, кони тут заведены. Кони у них бегают синенькие. Кишка, кишка. Неужели розы будут кишкой и точкой С давить? Да, будут давить кишкой и точкой С. Здесь даже сефы как-то то ли агрит их, то ли байтит, чтобы они заходили. Там пока на лестнице строится. Мол, здесь упал, его могли бы поймать. Ника, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Тем временем мушкеты здесь поддавливают. Ну, розы тут встали, тут 4 человека. Остальная команда у нас на лестнице, как понимаю, все стягиваются, доводят свои отряды. Скорее всего, сверху сейчас заведут шинжи и будут уже сверху с лестницы закидывать в какую-то точку. Пока примеряются друг друга команды. Ну, здесь мушкет пытается палаша пока разобрать. Пика, я думаю, не даст мушкету. Да, пика не даст ему отыграть. Тут начинается заход. Я думаю, здесь основная будет масса у нас. Будем сюда смотреть. Кишка там, конечно, тоже будет двигаться в этот момент. Начинается спуск. Даже нету обстрела шинжишками. Но шинжи там стоят наверху. Их закидывают синие кони. Треп первый пошел. Треп должен быть красивый. Восточная коробка прикрывает. Отличный треп. Просто даже не дернулась он там алебарда, которую шотнула просто Сашика. Он просто даже не дернулся. Начинается поддавка. Там, естественно, на точку Б в этот момент заходят розы. С другой стороны там 4 отряда. Ну, здесь уже продвигано. Продвигу, шинжишки стреляют. Посмотрим, кто выиграет. Прорываются розы жестко на цешку, они просто проходят. И также заходят они на точку Б. С двух сторон они заходят. Никто там не нарушает, мы глянем быстренько подставочку. Здесь добивают у нас героев из сефа. У них просадка пошла, по них отбивают центральный плюс. Сейчас оттуда начнут перетягиваться куда, на точку Б или на точку С. Но им тяжело выбрать. В обе стороны бегут много коней. Ну, перекрывают. И точку Б розы перекрыли, и точку С. С Эфом надо как-то собраться. У них две точки берут одновременно, они не могут как-то ничего сделать с этим. Огнеметы, коробки, Мадао. Здесь привели огнеметов, которые вообще ничем не прикрыты. Бедные страдают. Но здесь, я думаю, розы победили. Пойдем посмотрим на точку С. Точка С тем временем сзади роз догоняют. Мадао не на единичке стоят. Поставили на единичку, красавчики. На еще смогут много дефнуть коней. Да, конечно, избивают их, избивают просто жестко. Но это хороший глоб зашел, и 4 там буквально 5 человек, которые прорвались на точку Б. Это мощная, раз сплит, это удачная карта для того, чтобы сплитить отряды, сплитить людей. Удобно. Забирают плюс розы, почему-то сефы не хотят им отдавать, они думают, они отобьют основную массу, но это навряд ли. Тут и мушкеты у них, и Мадао стоит, треп закидывают. Ну, сефы движутся огромной толпой. Плюс, походу, отвоевывают. Рез перенес у Рос сюда, прямо вот в центр. И сейчас будут появляться они прямо здесь на месте. И, как мне казалось, сейчас жесткий перелив. И не шотнули бы сефы и сразу не забрали бы палатку. Они как-то так нагло вышли. Абзуков, спасибо за холод. Ну, происходит какая-то равная почти битва. Розы резнулись, они держат маленький проходик, закрыли фалангой. И сефы не отдают плюс, дефают плюс, заводят много синих коней. Не понимаю, почему не сделают мув жестко розы на палатку, чтобы им освободили плацдарм. Но они их решили просто гнать, просто силу. 505 на 342 розы пока по численности выигрывают. Идет захват плюса, розы захватили плюс. Спокойно движутся в сторону С, треп туда заходит. Третий красивый треп от роз. Яйца кидают огонек, жарим. Это кто-то наглый. Рейс пытается уйти, а Тена его не хочет отпускать. Много героев здесь.
Стражи ведут Сефа. Много отрос просто сюда заходит, просто идет глоб огромной толпой. Два человека закрывают хвост. Урос единственный, можно сказать, проход. Но два прохода. Один там в кишке закрывает, а два узенький проход. Розы овладевают, получают от шинжиши гранаты. Ну, там, я думаю, дамаг они делят хорошо, потому что много-много отрядов, много героев. Объединились. Не понимаю, что тут бегает. А герои просто сошли с точки. Перестали захватывать, уже дальше двигаются. Треп идет на плюс. Будет ли это красивый четвертый треп? Синие кони закидывают у Сефа Рос. Да, отличный четвертый треп залетает. Пока что треп мы видим вообще шикарные. Первая игра, где я вижу прямо отличные шикарные требы. Они просто пока что попадают все в цель. Главное не сглазить. Давят розы в одну калитку, даже сзади там уже никто не прикрывает, идут за этим плюсом, как понимаю, потом уже будет расплит. Жирный здоровый глоб, в пике восточный мечников очень много у роз, и у дефующихся сефа очень много различных просто отрядов, там продвиги, огнеметы, синие кони. Роза заходит на плюс, тут уже остатки добиваются, много отрядов. Прикрыто фалангой, ведут коней, рыцари с пиками, ну их синими конями просто встречают. Надо как-то выставляться уже на палатке, потому что героев много мертвых, но не прямо критично, но достаточно много мертвых героев. Здесь одна фаланга, которую закидают шишками сейчас. Синие кони шмаляют тем временем в плюс, но я не думаю, что они там причиняют огромную прямо какой-то дамаг. Ряд там выхиливаются спокойно. Начинает выставляться, фаланга уходит в центр, Мадао подводит. Асо, спасибо за фоллов. Ребята начинают наконец-то что-то делать, что-то выставлять. 791 на 479, если бы это был паблик, я бы сказал, что практически уже понятно, кто выиграет, но это не паблик, это две команды у нас собраны, которые... покажут класс, я думаю. Гусар отводит в сторону, синие кони застреливают, чем будут заходить розы. Здесь у нас стоят фаланга, Мадао, восточные мечники, гвардейцы. В центр у нас ушли, центр вообще пустой, там синие кони подбегают. Есть одна продвига, восточные мечники, гвардейцы. Также синие кони, я вижу три пак, гренадеры, шинджи и восточная коробка. Я думаю, ждут коробку для захода. Как-то мало отрядов у СФ, они как-то не группятся совсем. Бегут уже 110-е, последний отряд, 110-е пики. Или это вообще серые? Это вообще серые пики. Даже не 110-е. Да, ведь начинают розы с этой стороны. Заходят с двух сторон одновременно. Хорошая командир, видать. Что бывает у команды по-другому. Легко зашли на палатку, выстрелились. Там бегают два героя, просто перекрывают им плюс. Сейчас вот эти отряды все умрут. Если то у них не будет треп. Пятый треп. Угу. Как-то он рандомно летит, больше в своих, чем в чужих. Вот этот неудачный немножко требушетик. Но так отогнать за палатку он отлично. Конечно, зашел, розы очень сильно давят, перекрыли плюс. Там села фаланга, отлично сели на палатку. Там уже идет просто избиение героев. Даже если вот этот левый глоб выпушит, палатка в этот момент капнется. Герои тут ничего не могут сделать, потому что ничего тут они не выставили. И тут единственное, что поможет, я не знаю, разбить палашом и переехать все гусарами, паками двумя, еще сверху богатурами добавить. Но багища нет. И я не думаю, что им что-то уже поможет и спасет. Бедная алебарда. Последняя бегает по точке. Вот она. И мы видим победу синих. Синие побеждают. Роза в атаке побеждает. Первая карта за розами. Поздравляем их с этим. Сейчас нас ожидает.